фингалы тоже разные. Тоже на заказ. Кому какие нравятся. Еще на одно. Подписывался. Изготавливаем много по железу. В основном просто заказывает народ, заказчики. Лестницы, ограды всякие, зеркала, мебель. А картины, о картинах что скажете? Картины это... Кто автор? Мои собственные. Да. Это так, сопутствующие. В основном это производство по металлу. Мебель с деревяшками делаем. Градки. Светильники всевозможные. Тоже с драконами, там большой дракон есть. Ну, всевозможная мебель для каминов, всякие железки, большие лестницы, всяческого рисунок любой. Ну, это ждет заказчика. Что заказчик закажет. Также очень много всяких поделок, скульптур есть. Пепельницы, светильники, всевозможные цветы, коты, подсвечники, все. Маленькие скульптурки, также прикроватные, всякие вещи, тумбочки. Металла любые, большие могут быть. Так и всевозможная небольшая мебель. Цветочки любые. Наш охранник. Ест много. Да. Сена. В основном. Бывает, мясом кормим. Светильники любые, разные, всевозможные. Ритуальные принадлежности. То же самое. Мебель. Понимаете, как бы. Ну, в основном все такое. Я говорю, что. Что закажут люди? Ну, бутылка не случайно, это она как антураж. Бутылка это, она бывает бутылочница. Да. Есть. Так, естественно. Понятно. Это как образец. Не подумайте, что мы пьем. Понятно. Это она для этого. Так же, те решетки. Ну а это заготовки у вас? Это заготовки фабричные завода. Вы дорабатываете потом уже до. В решетках все это вваривается. Thank you.
Вот кто моего тоже.